Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Атан Ализаев. Я организатор данной выставки. Выставка на тему Мурза называется «Пробуждение природы». На выставке были представлены экспозиции Мурза. В выставке участвуют молодые художники, энтузиасты и учащиеся. Цель выставки была собрать художников, наших членов Ганджинеша Декерси, так и другие, и провести вот этот праздник вместе совместно за костром, как бы за людьми творчества. И весело провести время. В каком творческом направлении данные картины? Тут разное, в принципе, да. То есть, как видите, выставка делится на две части. Одна сторона – это тематика Мурза, там подготовки к Мурзу, а другая часть именно природа посвящена. То есть, пробуждение природы, цветы, пейзажи. Я вижу, в этих картинах используют национальные колориты. Да, естественно. Давайте я покажу ее вблизи. Ага. Это тематика праздника, да, как я понимаю? Да, это тематика праздника. Вот здесь, например, изображены вещи. Называется экспозиция «Пробуждение природы». С него и мы вдохновились, как бы, назвать нашу выставку. Тут, например, изображение. Давайте я покажу. Кича и Фуса. То есть это главный атрибут нашей выставки. Это работа молодой художницы Нармина. Она же учится в академии. Третьем курсе. То есть у нее такой своеобразный стиль, как видите. В этих работах изображается природа, природа пробуждения после земли. И давайте я покажу другие картины. Очень красивые цветы. Здесь, например, нарциссы, они же символизируют. То есть вопрос наша ассоциация с праздником. Он тоже называется «Пробуждение». Эта работа символизирует переход от зимы к сезону. То есть там, где ночь и день становятся равными. В свою очередь хотели бы выразить свою благодарность Министерству культуры за поддержку Ганджинеша.